1 сентября – волнительный день и для тех, кто уже давно закончил учебу. Поздравить с началом нового пути воспитанников 70-й школы Краснодара пришел кандидат депутата Госдумы от ЛДПР Илья Шакалов. Много лет назад он тоже закончил это учебное заведение, поэтому ему было что вспомнить и рассказать ученикам. Вижу, как школа меняется к лучшему, становятся лучшие классы, оснащение, спортивный инвентарь. Конечно, не меняется только одно – это доброта и ответственность педагогов. Поэтому, конечно, поздравляю всех родителей, детей и педагогов. Хочется сказать, чтобы они также не теряли энергию свою, растили достойных учеников. После линейки Илья Шакалов пообщался с учителями и родителями, выслушал их наказы и пожелания.